здесь явный, в хорошем смысле, перекос в сторону онлайн-ритейла, правильно? Поэтому я, наверное, так сказать, сосредоточусь в большей степени на офлайн-ритейле, а там дальше поскольку. Может, это, конечно, разочарует коллег, но, так сказать, иначе у нас будет некий дисбаланс. А как мы знаем, вступили в силу поправки закона торговли, касаемые сетей и торговых сетей и производителей, они вступили в силу 1 января. Здесь, как бы, позиция у нас очень простая. Рано пока еще что-то говорить вообще. И мы считаем, что должно пройти серьезное время. Надо перестать вообще как бы дергаться по этому поводу. Должно пройти серьезное время, несколько месяцев, пока будет ясно, какая практика, как коллеги, хозяйствующие субъекты, предприниматели адаптировались к изменениям. И после этого можно делать какие-то выводы. Пока, в общем-то, выражаясь канцелярски, все идет нормально, договоры перезаключены, приведены в соответствие с законом. Дальше еще раз подчеркну, рано вообще делать какие-либо выводы, даже самые предварительные. Федеральная антимонопольная служба здесь сейчас ведет мониторинг предварительно, опять же, как прошла договорная кампания, каковы ее результаты. Они свои какие-то, опять же, предварительные выводы, я так понимаю, через месяц, через два смогут сделать. Вот. И я думаю, к этому вопросу нужно вернуться глобально через несколько месяцев. А сейчас, наверное, надо просто дать людям спокойно работать, потому что слишком много внимания, преувеличенно, я считаю, уделяется этому вопросу. Потому что это все-таки не вся торговля, это важная часть, не вся торговля. И развивается сегмент сетевого ритейла очень хорошо, даже, можно сказать, более чем хорошо. И в этой связи внимание государства должно быть в плане поддержки и в плане снятия административных барьеров переключено на малые форматы торговли. Почему мы считаем это направление приоритетным? Мы постоянно об этом говорим и будем говорить и делать. Потому что, во-первых, сейчас конъюнктура такая, мы видим, что оборот рыночной торговли, Андрей правильно сказал, падает. При этом доля торговых сетей растет. Некоторые торговые сети растут выросли гораздо сильнее, чем продовольственная инфляция. Это неплохо. Я не говорю, что это что-то такое страшное, это наоборот хорошо для коллег. Но это говорит о том, что доля малых форматов, то есть снижение оборота розницы происходит за счет малых форматов торговли. Вот. Малые форматы – это канал для сбыта тех производителей, если говорить о продуктах питания, прежде всего, которые не могут сотрудничать с торговыми сетями. Поэтому, если такая тенденция продолжится до логического завершения, то того, что малые форматы как-то исчезнут, либо будут сведены к какому-то минимуму, то значит, мы потеряем малых производителей, сельхозпроизводителей, малых и средних производителей продукции питания. Вот что, собственно говоря, произойдет. И допустить этого мы, конечно, не можем. Поэтому мы считаем, что сейчас нужно оставить в покое, посмотреть, как вот действует только что принятые, считайте, только что вступившие в силу поправки закона торговли в отношении торговых сетей и производителей, сосредоточить внимание на дерегулировании, на снятии административных барьеров в отношении малых торговых форматов, которые находятся под очень сильным муниципальным и региональным административным гнетом. Те проблемы, с которыми сталкиваются малые форматы, они вообще несоизмеримы по масштабу с проблемами, с которыми сталкиваются торговые сети, поверьте. То есть там не стоит, в одном существует вопрос жизни и смерти, в другом чуть меньше, чуть больше. Это разный характер проблем. А что же делать, чтобы поддержать? Вы знаете, надо, формально, конечно, сейчас готовится к внесению в Думу законопроект, он уже практически, в общем, на финальной стадии. Но это, если говорить по-канцелярски, а по сути должно быть изменение отношения, значит, должно измениться отношение со стороны, прежде всего, местных властей, со стороны федеральных властей отношение уже, слава богу, изменилось. Нужно признать, что малый формат торговли, в общем, под этим подразумевается, в данном случае под торговлей я подразумеваю весь потребительский рынок, общественное питание, это услуги,
они должны стать в каком-то смысле приоритетом во внимании. Нужно сделать так, чтобы небольшие предприятия перестали воспринимать себя как временщиков, и тогда решатся многие иные вопросы, которые сейчас тоже, так сказать, назрели, это и налоговые и прочее, потому что многие упрекают, что малый бизнес не платит или мало платит налогов и так далее и тому подобное. Просто в ситуации, когда малый торговый бизнес воспринимает себя как временщиков, естественно, ни о какой стабильности там, в отношениях с государством быть не может. Вот. Это вот что касается этого сегмента. Ну, что касается онлайн-торговли, стратегию мы с коллегами вместе практически подготовили, там мы ее, да, спасибо всем, всем здесь присутствующим, в общем, в этом участвуют, ни для кого новости это не является, поэтому я думаю, мы сейчас вот какое-то не очень большое время, мы ее финализируем и на широкое обсуждение вынесем, правильно, да? Вот, наверное, как-то. А сроки? Ну, трудно сказать сроки, Андреевич, не будем себя как-то вот загонять в прокрустку ложе сроков. Ну, быстро, но у нас уже, в общем-то, так, в общем, у нас уже практически все готово. Хорошо. Осталось чуть-чуть. Подключим уже еще одного эксперта, Дмитрия Русакова, X5 Retail Group, Новая Гора. Доброе утро, коллеги. Ну, X5 завершил переход на новые договора. Поскольку закон принимался достаточно долго, обсуждался, было время подготовиться к тем, к той редакции, которая, в принципе, сейчас является действующей. Мы, в общем-то, наверное, не сильно ждали того момента, когда все-таки примется закон, и заранее начали подготавливать всю базу для перевода всех наших договоров и отношений с поставщиками на новый порядок. Поэтому основные ритейлеры крупные достаточно быстро сумели адаптировать свои IT-системы, перезаключать договора. Был, конечно, некий сложный период в конце года, когда все байеры активно сопротивлялись любым новым клиентам, потому что были заняты перезаключением соглашений со старыми, но, в принципе, на наш взгляд, процесс прошел нормально, скажем так, с учетом ограниченных сроков. И, в общем-то, каких-то больших эксцессов и потрясений мы на рынке на самом деле не идентифицировали в настоящий момент. Федеральные сети растут, нас лупают, естественно, развиваются за счет регионов, соответственно, как себя региональные сети сейчас чувствуют, что происходит? Просто говоря, процесс не новый, да, то есть процесс консолидации рынка, он был предсказуем, и он просто продолжается, да. С другой стороны, мы сейчас находимся в том периоде, когда действительно региональным сетям особенно тяжело. Почему? Да? То есть мы, во-первых, наложилось большое количество факторов, а именно снижение покупательной способности, с одной стороны, да, то есть продолжающиеся, и будем говорить, те планы, которые были у федеральных сетей крайне агрессивные, вот выхода в регионы, они сохранились и продолжают действовать. А с другой стороны, достаточно резко увеличились некоторые расходы, да, то есть расходы, затраты рыночных сетей в связи с введением различного рода информационных систем, то есть это связано с действием принятых законодательных актов. При этом эти законодательные акты были приняты фактически в очень короткие промежуток времени и, конечно же, оказались существенное влияние, да, то есть над другими, да, то есть другими негативными факторами существенное влияние. При этом, скажем, те оценки, которые делались при принятии этих законодательных актов, с точки зрения, насколько они окажутся затратными, да, то есть для участников рынка, они, собственно говоря, оказались не совсем правильными и корректными, да, то есть реальные затраты оказались выше. Ну, приведу простой пример. Все знают относительно ЕГАИС, да, в рознице, и в результате, если у розничных сетей практически не было такой единицы в IT-отделе, которым занимался чисто ЕГАИС, теперь она есть у большинства. Да? То есть, а как мы знаем, вся тенденция и до кризисных таких моментов, да, то есть заключалась в том, чтобы сокращать издержки, в том числе и персонал, который в розничных сетях является такой затратной статьей, да, то есть все шли по пути сокращения персонала. А здесь
вынуждены не сокращать, а увеличивать, причем увеличивать тех людей, которые часто не повышают, скажем, эффективность работы. Да. А что с онлайн-кассами? С онлайн-кассами, ну, в принципе, я здесь хотел бы, во-первых, сказать такие положительные слова относительно взаимодействия со всеми федеральными органами государственной власти, которые проявляют такую хорошую, отличную открытость, да, то есть и дискуссии. И поэтому многие вещи, которые были, в частности, при внедрении первых информационных систем, да, то есть они учитываются и достаточно быстро учитываются при подготовке следующих. Поэтому, если взять ту же самую федеральную налоговую службу, да, то есть она крайне активно, крайне профессионально, да, то есть общается с участниками рынка, со всеми и реагирует на те вопросы, которые есть. В том числе мотивируя не только пользователей как таковых, но и самих производителей, нацеливая на конечный результат. Хотя, конечно же, да, то есть взаимодействие с производителями, поскольку процесс начался, ну, скажем, не совсем не так давно, то есть мы предвидим какие-то шероховатости, в том числе и некоторые, опять же, возвращаясь к ценовым оценкам, которые по нашим уже сейчас первым результатам, они выше, чем декларировалось на этапе принятия закона.